В комплектации проходных элементов компании Вилпи мы все привыкли видеть, что в комплекте, в каждом комплекте проходки для металлочерепицы имеется такое вот кольцо. Называется кольцо гидрозатвора. Предназначено для того, чтобы приподнять гидроизоляционную пленку к обрешетке, и если образовывается конденсат на пленке, чтобы он стекал вокруг этого проема и не попадал в подкровельное пространство. Очень простое решение, ничего замысловатого и так далее. Но инженеры компании Вилпи пошли немного дальше и решили ряд вопросов и иногда возникающих проблем с точки зрения того, что отсюда выходит всегда теплый воздух из кровельного пирога. И в холодное время года иногда получалось то, что внутри проходной элемент запотевал. Соответственно, если он запотевает, конденсат капал в подкровельное пространство. Поэтому появился в нашем ассортименте и в комплектации проходных элементов для металлочерепицы не кольцо гидрозатвора, а гидрозатвор 2К, он у нас называется. Функция у него точно так же, как и у кольца гидрозатвора, приподнимать гидроизоляционную пленку и исключать, чтобы конденсат попадал в подкровельное пространство. Но гидрозатвор 2К имеет еще резиновый ворот, который полностью отсекает подкровельное пространство от теплого контура внутри проходного элемента. Тем самым проходные элементы теперь исключен факт их запотевания внутри. Также при каких-то стихийных погодных условиях, когда особенно на крышах штучной черепицы, керамики либо цементно-песчаной, когда срывает часть крыши, и дождевые потоки идут с большой нагрузкой по гидроизоляционной пленке. В данном случае перетекание воды через небольшой борт, он мог быть с использованием гидрозатвора 2К, с учетом его высоты ворота, никакого перелива воды в подкровельное пространство уже не происходит. При монтаже гидрозатвора 2К есть свои особенности. Если есть возможность его установить изнутри подкровельное пространство, это хорошо. Если же нет, ну, есть моменты, в чем придется потрудиться. В данном случае проходной элемент Муатакате 2К предназначен специально для металлочерепицы Монтерей, Супер Монтерей. Это весьма эластичный проходной элемент. Это сочетание ПДМ-резины и полипропилена. Имеет свой собственный резиновый амортизатор, который компенсирует ветровые нагрузки. Как устанавливается, как крепится и как выглядит затем проходной элемент в комплекте с гидрозатвором 2К? В гидрозатворе 2К есть в комплектации вот такие вот специальные клипсы. Если на проходном элементе нет специальных штырьков, за что они должны зацепиться, тогда используются именно эти клипсы. Заводится ворот внутрь проходного элемента. И уже устанавливаются эти непосредственно клипсы. И натягиваются на него эти резиновые лямки. Таким образом, ворот будет всегда в натянутом состоянии, будет стоять вертикально, и весь воздушный поток подкровельного пространства будет отсечен от теплого воздуховода, от теплой среды. И опять же, при стихийных каких-то погодных условиях, бедствиях, когда срывает какую-то часть крыши, тот дождевой поток, который будет двигаться по пленке, он не будет перетекать, попадать в подкровельное пространство. Установка самой трубы вентиляционной.
таким вот образом. В данном случае здесь выходит гофрированная труба для соединения канализационным стояком и уже благополучно соединяется с самим канализационным стояком дома.